Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Анжелика Коробкина. Сегодня я покажу, как разместить заказ на сайте, официальном сайте Oriflame, как войти в личный кабинет. Так, начнем. Заходим в личный кабинет, вот здесь вот, правой, с правой стороны, да, верхнем углу. Нажимаем «Войти», вводим свой номер консультанта, вводим пароль. Нажимаем «Войти». Сайт как бы очень многофункциональный. Тут вы можете распродажи посмотреть, разные новости сюда приходят, то есть уроки есть о красоте. Ну, это разберетесь. Дальше. Например, если нам нужно сделать заказ, как мы можем это сделать? Мы можем сделать это двумя способами. Мы можем выбрать из онлайн-каталога и складывать в корзину, а можем, ну, уже если там полистали каталог, переписать себе на листочек коды продукции, которая нам нужна, и сделать это много быстрее. Так, смотрите, что касаемо онлайн-каталога, да, если, например, вы хотите выбрать из онлайн-каталога. Заходим в онлайн-каталог. Ну и вот начинаем его листать, да. К примеру, понравился нам там гель для душа, да, то есть отличная цена, там 129 рублей за 400 миллилитров. Мы выбираем. Вот таким образом, подожди, еще раз, купить продукты. Нажимаем, получается, правая кнопка мыши по этому продукту. Далее, вот здесь выставляем, можем выставить количество, да, там один, ну, там, сколько хотите, добавить в корзину. Видите, все, добавляется, да, в корзиночку. Закрываем и листаем дальше. То есть, и таким же образом, получается, добавляем, да, продукты. Там, крем, допустим. Опять добавили. Все. То есть заходим вот сюда вот в корзинку, смотрим, все у нас вот оно все в корзиночке есть. Как сделать это гораздо быстрее, да? То есть полистали каталог, выписали коды продукции, которая вам понравилась. Заходим к себе на страничку также. Вот здесь есть быстрый заказ. Нажимаем «Быстрый заказ». И вот вас перебрасывают в такое окошечко. Смотрите, в любой заказ автоматически добавляется 5 каталогов по льготной цене. Для отказа от этих каталогов, если они вам не нужны, нужно добавить код 90-120, то есть ввести вот сюда, да, 90-120. 20. Ну, как бы я не рекомендую, конечно, от них отказываться, потому что наверняка у вас есть знакомый, которому вы там оставить можете каталог показать, то есть и как бы вам сделают заказ, вы там сможете принять участие во всех акциях, получить подарки, поэтому обязательно заказывайте, оставляйте себе эти каталоги, заказывайте их, показывайте своим знакомым. Вот, и начинаем, например, там, выбрали, вот, я сейчас забью, да, то, что мы, ну, я выбрала, так, 30, 180, переходим, выставляем, да, вот здесь вот количество, здесь вводим код продукта, здесь выставляем количество. Опять количество, да, один. Крем добавили. Ну вот. Допустим, все вот это мы хотим заказать. Нажимаем здесь «Добавить в корзину». И вот, переходим в корзину, да, то есть здесь в корзине
гель для душа и крем, который мы до этого добавили из каталога, отмена льготных каталогов, чтобы они, да, не пришли, ну, на самом деле, может быть, не нужны, да, и, ну, то, что мы добавили уже там, да, в быстром заказе. То есть можно, в принципе, сразу все в быстром заказе добавлять. Далее нажимаем кнопочку «Продолжить». Если нас здесь все устраивает, все по количеству, правильно, нажимаем «Продолжить». Я, собственно, показываю на примере новичка, да, то есть. Ну вот, смотрите. Для всех новичков действует акция, да, при размещении заказа на 1000 рублей по каталогу в течение 72 часов после регистрации. Плата регистрационная 149 рублей взиматься с вас не будет, то есть вы бесплатно получите дисконт компании. Поэтому как бы я рекомендую вам оформить свой заказ в течение 72 часов. Вот, все здесь проверяем. Вот, допустим, средства для интимной гигиены, да, там отсутствуют. Ну, там не суть важно, да, там можно там заказать позже, а можно там, ну, вернуться, там, допустим, там второе средство там забить, возможно, там оно есть, да, то есть. Смотрим дальше, да, то, что тут добавляются каталоги, вот они бесплатные, это то, что идет в стартовом наборе, да, то, что вам приходит. Второй каталог еще за 5 рублей добавляется. Первый прайс-лист вам придет, мини-брошюрки вот об акциях, ну вот. Далее, смотрите, как самый важный момент, вот этот вот прям вот, самый-самый важный момент, выбрать правильно пункт доставки. К примеру, если вы живете, например, там в Алтайском крае, да, там в городе Барнаул, ну, неважно, там Алейск, там без разницы, любой, показываю на примере Барнаул. Вообще, ваше СПО вам поможет подобрать ваш менеджер там, где вы будете получать заказы, чтобы для вас это было более удобно, где именно забирать, чтобы это было, ну, как бы близко к вам. Поэтому как только вы соберетесь пробить свой заказ, напишите своему менеджеру, что помоги мне определиться, в какой офис мне оформить заказ, и он обязательно вам поможет. Далее выбираем, у нас в Барнауле есть только сервисный пункт обслуживания. Выбираем сервисный пункт обслуживания. Выбираем город. Ну, допустим, давайте на примере, пусть будет Алейск. Алейск, Алтайский край. И, допустим, выбираем Землякова, да? Вот. Доставка до Алейска составлять будет 112 рублей. Здесь тоже можно избежать вот этой платы за доставку. Можно выбрать продукты вместо доставки. Тут вот тоже туалетная вода, там всего лишь за 300 рублей, кольцо, серьги. То есть, если продукция, ну, не высвечивается тут, то Google вам в помощь. Забивайте, смотрите, как выглядят там те или иные аксессуары. То есть, в основном все это тут по такой супер цене будет. То есть, ну, как бы, заменяйте доставку, то есть, вот этими продуктами, если как бы не хотите оплачивать доставку, это как бы выгодно даже там вот серьги, допустим, где? Серьги «Золотой каскад» 295 рублей, очень красивые серьги у меня такие есть, и за такую цену вообще просто шикарно. Ну, допустим, вот выбираем продукт «Серьги «Золотой каскад», выбираем, так, выберем продукт. Вот. Далее вот здесь будет пересчитать заказ. Пересчитываем заказ. Вот. То есть, смотрите, получится цена этого заказа 1115 рублей. То есть, все, вы приходите в СПО, да, ваш, в пункт выдачи заказа, вот эту сумму вносите, и вам отдают заказ ваш.
Далее вы, вот это вот последний этап, на котором после этого ничего изменить нельзя. Нажимаете «Завершить оформление заказа». Я не буду его нажимать, так как я, ну, просто вам, например, нажимаем «Завершить оформление заказа», и все. То есть уже печатается фактура на складе, и начинает ваш заказ готовиться к сборке. Надеюсь, это видео было полезным, да, для вас. Надеюсь, оно вам поможет оформлять правильно заказы. Если возникают какие-то вопросы, обязательно пишите мне, я вам отвечу на все ваши вопросы. Вот, ну все, всего доброго, пока-пока. С вами была Анжелика Коробкина.